Так, что касается президентов Обамы и Путина, ну, все равно здесь сильнейший игрок – это Владимир Владимирович. Потому что, судя по всем сложившимся событиям, которые были за последние даже эти полгода, он очень тактично себя ведет. Грубо говоря, сказать, есть такая небольшая война идет, Обама нападает и нападает, но у него единственное нападение – это манипулирование через Украину. Вот. А Владимир Владимирович со своим окружением ведет тактическую войну. Они все четко просчитывают, делают, грубо говоря, такие ходы, отдавая просто в лапки, грубо говоря, президенту Соединенных Штатов какие-то моменты. И потом с этих моментов они выкручивают так, что все плюсы в нашу сторону. И об этом везде писали в СМИ и пишут в соцсетях, и везде это все рассчитано, что Владимир Владимирович сделал очень такой хороший шаг и обвел всех вокруг пальца. Я считаю, что наш президент сильнее, и самое главное его качество в том, что он все делает тактично. Он сначала думает, просчитывает и потом получает, а другая сторона, она просто кидается, чтобы как-то нас либо разозлить, расшевелить, но все как-то тщетно получается.